12 геологических скважин глубиной от 10 до 15 метров сделают по периметру Дворца искусств. Подрядные организации приступили к самому сложному и важному этапу обследования здания театрального комплекса – изучению фундамента. Специалистам предстоит исследовать грунт у самого основания здания. Для этого приступили к геологическим изысканиям, то есть геологические, гидрогеологические. Сейчас вот борется вот уже вторая скважина, будет собираться отбор проб, отправляться на лабораторию, проводить специализированные, то есть взять там образцов и уже получим результат. Данный этап займет около месяца, если не испортится погода. Исследования могли начать и раньше, если бы не сильные февральские морозы и большой снежный покров. Усложняет проведение работ и огромное количество коммуникаций, которые проходят вокруг здания. Прежде чем загнать бур в землю, каждый участок земли тщательно исследовали, чтобы не было риска ни для людей, проводящих работы, ни для здания. После выполнения скважин они будут, как положено, затампонированы. Вот, и никакого абсолютно. Максимальный ущерб, который может быть нанесен, это если несогласованность действий, будет пробурена какая-то коммуникация действующая, но это в данный момент исключено. Геологические скважины будут бурить в перерыве между спектаклями, чтобы посетители театрального комплекса не испытывали неудобства. Заключение специалистов, которые сделают по итогам полномасштабного исследования грунта, позволит выявить причину определенных дефектов строительных конструкций здания. Кроме того, геологи смогут оценить, не изменился ли уровень грунтовых вод. Этот вопрос на данный момент вызывает самые серьезные опасения. Любовь Подчерникова, Антон Осипов, РТВ Иваново.